Здорово, ну что же, я тут выполнил уже несколько миссий. Выходим? Почему бы и нет? Ага. Так. Сейчас, что у нас там? Высокую точку, на которую можно встретить на базу. Ага, окей. Так. Где мы? Чокоба. Пошли! Много прокачался, выполнил несколько заданий. Убил чудовищ, нашел все-таки мясо. Убил котоплеса. В общем, куча всего-всего переделал. А, все-таки я здесь вот бегал, но, блядь, так и не осмелился особо подняться. Думал, можно так спасибо, зайти. Спасибо, что подвез. Вот, мне единственное, что не нравится, для того, чтобы выполнить миссию, не могу, то есть... Если на одной территории там несколько миссий, не могу их сразу все выполнить. Пока я не включу эту миссию. Будет весело. Какой у нас план? Скажем так, лобовая атака будет большой ошибкой. Действовать будем скрытно. Мы незаметно проникнем на базу и уничтожим цели по очереди. Вы готовы? Да. Проберемся туда под покровом ночи и уйдем еще до рассвета. Под покровом ночи проберемся на базу. Где приятеля? И все? Магитехов усиливают генераторы. Уничтожим генераторы, и дело пойдет легче. Вперед. Так, включайте магитех-генератор. Магитех-генератор. Блядь. Как? А куда? Не понимаю, что в тупике? Все? Ух ты, блядь. Где же войны? Они-то не спят. Значит, они спят? Оставайтесь незамеченными. Если штурмовик нас засечет, то активируй других магитехов. Так. Тихо, мирно спать.
Так. Там мне так запалят. Сука, вон-то еще один. Вместо телепорта. Что, да? Так. На один там ходит? Та-та! Так, следующий. Ни хера. Где? Ну, смотри, они летят. Не думал, что мы так скоро встретимся, принц. Вас что-то очень много. Ты поступил глупо, явившись сюда. Сдавайся по-хорошему, иначе крепко пожалеешь. Это ты еще что за придурок? Локи и коллеги. Отсоси. Норт, это наш шанс вести счет. Да, пора с ними покончить. Поражается! Во-во-во-во-во! Хороши, но пора действовать. Щады не будет! Так-то! Так. Пара. Так-то просто угнаться, но теперь вы добегали. Убить их! Принца взять живым! Где вы? И все лезут и лезут. А мы их будем бить и бить! Это еще до того! Вот и приехали. Сейчас ты свалишься, сука. Давай, новый уровень. Получи!
Еще не все! Когда же ты кончишься? Хочешь, чтобы кончилось? Бей! О, блядь! Хуя бомбанула. Да нихуя. Позвольте вас усыпить. Вы когда-то унизили меня. Теперь настала моя очередь. Давай. Ты чё? Блять, вообще нихуя не вижу. Так. Готово. Ничего не. Да нихуя, нихуя. Ладио! Будет больно. Да! Набью! Так, так. А чем он убивает? Я понять не могу пока что. Да блять, или чё? Okay.
Блять, да ты заебал. Ты его хуйня какая-то сверху. Так. Смешка тут это не поможет, да? Нам нужен вот это. Окей. Что-то снимок, сука, тупая мразь. Давай. Качайся, блядь, уровень. Да блядь, чё за хуйня? Да ты чё, блядь? Ну... Да ебать же! Как это? Я... проиграл! Нет, нет! Я в это не верю! Владио! Блядь! Перегнец еще сдох. А, вот что надо делать. Она усиливает и восстанавливает. Понятно. Да, блядь. Что там такой заебучий у тебя удар, что сразу выносит? Это сверху, да, ебота какая-то? Yes!
Да, блять, ты заебал нас. Что за хуйня? Бля. Дашь тебя убить нахуй. Ай, заебал. Да падай ты уже. Сука. Я так он встал, ебашь его. Хуя я. О-о-о. Откуда эта ракета? Блин. Ага. Ну ёбалять, ёбаный. Вадио. Трудом. Ну, справимся. Все. Здесь у нас дел больше нет. Уходим. Фу. 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 Ха. Так. Это я выполнил, да? Что там еще есть за задание? Так, это лучше накопить там, где главное задание. Так, это где что-то найти сладкое, я не знаю. Ох, на... О, это 99 уровень, конечно, нет. Испытание Навита тоже мне пока для щуки нет. Башня
опыт 15 тысяч. Вот это, в принципе, можно. То есть я там уже был. Чего там ожидать, я знаю. Так. Создаем, сохраняем. Сохраняем. Так. Ну все, теперь нам к машине. Сейчас как раз ночь. Как раз можно доехать до той башни. Смотри, сколько огней! Как же это хорошо! И то верно. Они отпугнут. Отпугнут. Хочешь забраться в самую глушь? Что может быть лучше нетронутой природы? Блять, утро. Чё, блин, ты в рот? Изинь, лагерь. Нихуя. Блять. Ладно. Блин, все равно не буду записывать то, как я буду в этой хрени ходить. Все готовы? Ага. Точно. Машина, чудовище. Но я не особо чувствую, что она быстро стала ехать. Опа.
Так он мне сможет оружие, да, сейчас улучшить, в принципе. Мне главное основное задание не брать, все. Пока ночь не настала. Может, я уже спрашивал, Эбони действительно такой вкусный? Может, я уже отвечал. Да, действительно. Серьезно? Нельзя было их раздавить нахуй. Да что так долго ехать-то? Хочется попробовать, как готовит Терес. Будем считать, что я ничего не слышал. Да ладно тебе! Когда для тебя готовит девушка, это совсем другое.
да, там розовые щечки и все такое. Надо. Давай сфоткаемся на фоне маяка, и чтобы ветер в волосах, как супермодели на пляже. Давай. Ладно, пусть будут супермодели. Круто! Супермодели на пляже. В труселях, да? Снимай отсюда. Так, снимаю. Давай я это сниму. А она откуда тут появилась? Это нужно оставить. Так. Ой, помыться бы сейчас. Ага. Задание. Привет. Чем следует заняться Ирис? Ухаживать за садом, рассказать, что происходит. А что происходит? Здесь не идеально, но мне нравится наш новый дом. Нокт, у нас радость! В огороде уже можно собирать урожай! Ну что, Нокт? Попробуешь себя в роли огородника? И что мне надо делать? Выращивать овощи, конечно. Их можно есть самому или продавать. Ладно, а что мне делать? Все начинается с семян. Вот, возьми эти. На огороде Ирис вы можете выращивать овощи, точнее редкую каемскую морковь, поскольку Ноктис ее на дух не переносит. Игнис не может использовать ее для приготовления блюд. Пацан. Тебе как ты... дела, Талка? Хорошо, принц Ноктис. А это что? А, это... это фигурка кактуара. Я очень люблю кактуаров. О. Они везде продаются. Раскрашены по-разному. Я хочу собрать всю коллекцию. Но мне не хватает желтого и синего. Тебе они в магазинах нигде на глаза не попадали случайно? Я не видел таких, прости. Не обращал как-то внимания. А, ну конечно, не обращал. Но теперь буду. Если увижу фигурку нужного цвета, куплю тебе. Правда? Спасибо! Спасибо, нахуй. Выполним? Окей. Привет, Талк. Вот тебе подарочки. Что? Правда? Ух ты! Ура! Теперь у меня все! Спасибо огромное, все три. Принц Ноктис! Ведь цветов так мало. Я рад, что их всего три, блядь. Так. Где мне там огород посадить, а, женщина? Целый огородник. Пойду, блядь, что ли, морковку нахуй садить. Так, время. Так, 5 минуточек осталось. 5 минут. Семена посеяны. Загляните на огород на следующее утро. Окей.
созреет. Ладно. Да. Вот, наслаждайтесь мощью. Биобластер. Да. Ладно, свяжусь с вами, когда все сделаю. Хм, как у вас дела? Вот, наслаждайтесь мощью. Окей. Я нихуя уже не вижу. Как же, блядь, темно. Ветер усилился. Испортит мне всю прическу. Не знаю, то ли это грозовой фронт, то ли местность такая. Ты лучше думай, как бы твое добро не сдул. Кошар? О, это же та самая кошка с причала Галдина. Твоим лапкам пришлось проделать долгий путь. Наверное, ты сильно проголодалась. А поблизости даже кафе нет. Интересно, здесь кто-нибудь умеет готовить кошачью еду? Может, спросим Монику? Она как-то говорила, что у нее были... Эй, эй, Моника! Да, она действительно похожа на кошатницу. Надеюсь, нам не придется... В смысле, она одинокая? Тем более, что кошка сама пришла в Каин. Но зачем она пришла? Скорее уж, за кем? А, вау. Так, это мы все ждем. Так, если раздобудет небесный самоцвет. Ага, ты нашел. Без... Понятно, я их просто, блядь... Безумно трачу. Чиногородний кошачий пир. Мне все равно типа до утра здесь торчать, чтобы огород еще сделать. Чем могу служить, принц Ноктис? Ты можешь приготовить мне немного еды? Конечно, но должна предупредить, что в нашем меню сейчас почти одни овощи. Еда не для меня, это для кошки. А, прошу прощения, я могу приготовить что-нибудь, если будут продукты, но, боюсь, их нет. Если нужна рыба, я могу ее наловить. Я была бы очень признательна. К сожалению, ловить рыбу я так и не научилась. Зато я в этом профи. Удачно вышло. А если с рыбалкой не сложится, можете заглянуть в магазин. Кажется, там продавался кошачий корм. Кошке должно понравиться. Это точно. Отнесем ее Монике. Ага, а ты не ожидала, да, что у меня карманы? Полные карманы. Отличный полный улов, принц. Полный. Сейчас я ее приготовлю. Полным-полно тухлой рыбы, короче. О, пустяки. Я люблю кошек. Прям фарш такой. Не помню, у меня их было целых 3. О, это немало. Да, хорошие были времена. Ваша просьба как раз напомнила мне о тех моих кошках. Надеюсь, вашей пушистой приятельнице это придется по вкусу.
там я вижу, что это сверкает. Оба, там тоже что-то. Съебите на. Маршал в безопасности. Не может же он просто прятаться. А, нет, подожди. Вон, тут можно отдохнуть, да? Посмотри. Привет. Да, блядь. Инсомния не сразу строилась, но... Да нахуй. Тебя с твоей инсомнией. Так, все, даю кошке жратву, и мне уже надо собираться, так что... А, так что мне там будет всем... Всем... Final Fantasy 15. Как раз и ночка тут пройдет, да, типа... Окей, хорошо. Кити-кити. Ага, ждала меня. Тварь. Так, обед подан. А ты и впрямь проголодалась. Не забудь поблагодарить повара. Ты любишь животных, да? С ними он добрее. Мог бы и с нами быть добрее. Мог бы, но не буду. Есть небесный самоцвет. Посмотри, я взял небесный самоцвет. Теперь я беру этот небесный самоцвет. Да? Вот он. Небесный самоцвет. Ты посмотри, сейчас я его деду этому нахуй. Вот, наслаждайтесь мощью. Так вот, наслаждайтесь мощью. Ты типа заодно это, можешь несколько вещей только взять. Тварь ты старая. Веселый огородник, нахуй. Остановимся на ночь. Наконец-то вымоюсь. Где ты? У них там нет, блядь, воды. Тебе придется с обрыва, блядь, падать. Нихуя, два дня прошло. Иногда свет слишком ярко падает на их ебало, и они такие, блядь, какие-то бледные, нахуй, пойми. Страшно. Пятьдесят семь очков силы. Какая-то. Поймал момент. Ага. Вот это можно оставить. Неуютно тут. Вот это можно оставить. Это хуйня. 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 Да у тебя половина фоток, хуйня. Селфи. Хэштег мне и так хорошо. Хуйня. 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 Ладно, можно сохранить. Блять, это он хвост торчит, это лисы? Ну как же на тупом земле, блять. Почему так выходит?
И вон она опять, блядь, вон хвост сзади за решеткой. Блядь, как же... Она может на земле вообще стоять? Йо. Ага. Это вы тут выращиваете овощи? Да, а вы кто? Бизнесмен какой-то. Меня зовут Тони. У меня ресторан неподалеку, и мне нужны продукты самого высокого качества. У вас отличный участок. Здесь все, что угодно, будет хорошо расти. Может, вы готовы расстаться с частью урожая? Деньгами не обижу. Тони владеет... Так, владелец местного ресторана разбирает каймскую морковь. Он обменяет ваш урожай на различные предметы. Адские ягоды. У вас замечательные овощи. Мои повара и клиенты будут в восторге. Это оно? Вот это просила Кактура? Думаю... Да. Возвращаемся. Кактури нахуй. Кактура, блядь. Вот ваши деньги. Так, у меня 3 морковки. На набор наклеек. У вас замечательные овощи. Мои повара и клиенты будут в восторге. Если у вас останется часть урожая, я непременно куплю. А чё только я не могу, блять, всё вот это нахуй засадить сразу. Ладно, на этом все. Давай, счастливо подписывайся, ставь лайки, смотри мое видео, тварь 2-3, смотри, погоди, нахуй не пришел, не убил, блядь.